Добро пожаловать на канал HardReset.info. Это телефон Raka Gear RG850. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве войти в безопасный режим. Для начала вам нужно зажать и удерживать кнопку питания. После чего нужно зажать и удерживать кнопку выключения. После чего вы увидите такое вот окошко, переход в безопасный режим. Нажимаете ОК. И теперь осталось только подождать, пока телефон в этот безопасный режим войдет. Для чего это нужно? Ну да, на самом деле все очень просто. Иногда бывает, скачаете какое-то приложение, которое, ну, нельзя назвать вирусом, но оно мешает нормальной работе устройства, а удалить его нельзя. Вот вы и заходите, по сути, сюда. Это меню называется «Безопасный режим». Заходите в безопасный режим, и из безопасного режима можно его удалить. Можно просто нормально воспользоваться телефоном, ну и всякое такое. Вот телефон уже завибрировал. Просит ввести пин-код от карты. Ну вот, в принципе, и все. Мы вошли в безопасный режим. Как мы видим, слева есть такая вот полосочка, на которой написано «Безопасный режим». Для того, чтобы увидеть, что мы в безопасном режиме, можем зайти в меню приложений и увидеть, что у нас здесь только 1, 2, 3, 4, 5, ну, 4, скажем так, ряда приложений. И 2 еще. То есть только стандартные, только те, которые были предустановлены с завода. Остальных приложений здесь быть просто не может. Правильно? Потому что это безопасный режим. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если вы хотите выйти из этого режима, просто нажимайте «Перезагрузить», «Ребут», и телефон обязательно загрузится в нормальном режиме. Спасибо большое еще раз, последний раз уже раз четвертый, это говорю. Итак, пятый, спасибо большое. Я надеюсь, что вы посмотрели это видео, и оно вам оказалось для вас полезным. Минимум информация, которую я преподнес в этом ролике. Если это так, тогда не забудьте поставить палец вверх и подпишитесь на канал. Ну, а также напишите в комментариях, как без этого. До встречи!